Пішов на ризик і пожертвував геть усім. Всі средства мої ушли сюди, і поэтому у мене назад дороги нет. Если я что-то себе вбил в голову, я буду идти до конца. Цими вбивчими стрибками Сергію все ж вдалося вибороти собі другий шанс. Та чи зміг він ним скористатися? Сережа, за этот час ты нас приятно удивил. Ты не только выучил хореографию, ты словил манеру и исполнил это очень по-своему и интересно. И можно сказать, что ты просто совершил прыжок во времени. И ты знаешь, очень скоро ты окажешься в эпицентре развития танца в этой стране. Ты в сотне. Спасибо большое. Поздравляем. Ну, круто, не ожидал. Я сам не ожидал. Лучший, лучший пока. Ничего. Ты спасибо. Понимаешь? Вообще удивил. Да. Все поставил на этот ком. И если бы я сегодня пролетел, это было бы капец. Поэтому я вклался и буду там сжечь вообще по-жесткому, еще пожестче. Дізнатися рішення вимогливої четвірки готова і партнерка Сергія Таня. В день вимоглива начальниця відділу маркетингу не натанцювала на сотню. Смішна ерунда. Та дала чітко зрозуміти, що так просто вона не здасться. Та чи допоміг її бійцівський характер впоратися з новим стилем? Ну що, Тань, рада за партнера? Да, конечно. Таня, в этой хореографии мне кажется, что ты очень помогла своему партнеру. Действительно. И в поддержках, и ты собиралась, и настолько ты его как бы приукрасила, да? То есть ты его вот настолько выдвинула вперед, что вот сейчас он сейчас в сотне. И я считаю, что ты будешь прекрасным украшением нашей сотни. Спасибо большое, честно, я такой счастлив сегодня. Спасибо, вы сделали меня счастливой. Спасибо. Только не останавливайся. Нет, конечно. Да? Ты умница. Спасибо, 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 спасибо. Счастлива, спасибо. Пожалуйста, большое. Класс, 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 класс. Я счастлива, счастлива, счастлива. Не знаю, что еще сказать. Очень довольна, очень довольна. Час почути свій вердикт Яні. Дівчина 6 років не наважувалася повернутися на сцену «Танцюють всі». Та довгоочікуване вороття обернулося для дівчини ганебним провалом. О Боже, о Боже, о Боже, о Боже, звідти, убійте її. Тож чи змогла дівчина реабілітуватися на хореографії? Діло в тому, що не помнім. Не помнім. Отправили на хореографію, так сказати, присмотреться. Понимаешь? И знаешь, что удивительно? Я постепенно начала в тебя влюбляться. Сначала вот сидела, когда вы учили, говорю, ну что-то она вот какая-то вот лицо невразительное, все. А тут постепенно танцует, танцует и выражается, и какая-то сексуальность появилась, и что-то такое, какое-то нутро вылезло. Наконец-то. Так вот, я тебе желаю, чтобы в этой сотне ты не потерялась. Спасибо. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Я попала. Я попала, я хорошо. Дальше и посмотрим, что с этого выйдет. В любом случае, это будет что-то классное. Натхненна суддівською щедрістю на квитки за своїм вердиктом прямує Аня. Дівчина з норовливим характером звикла отримувати від життя все, що їй заманеться. То есть мало тебе было? Конечно, мало. Не хватало тебе? Мне всегда мало. Тож, не діставши квитка за своє соло, бунтарці чи не вперше довелося робити не те, що їй заманеться, а що вказували хореографи. Аня, ти знаєш, як вийшло? Ми даже назвали тебя по ходу хореографии Эльвира. Был такой фильм лет 15 назад. Эльвира – властительница тьмы. То есть, мне кажется, женщина может